Народ, всем привет! Сегодня я расскажу вам про свой первый телефон Nokia 7250 с камерой. Знаешь, что? Какое комбо сейчас в хомяке новое? Миш, это за пик хомяки, давай так. Ну, так, Бери стул, садись, сейчас будешь рассказывать, что за хомяки. Я сегодня уже просто заколебался удалять эти комментарии в нашем телеграм-канале. Ребята, что вы делаете? Мы бабки делаем. Итак, я заработал 535 тысяч. Хорошо. Ни хрена ты уже. Я, значит, уровня грандмастер. Ну, я там чуть-чуть потыкал. Блять, чел. Я нахуй сейчас умру от кринжа, блядь. Только началось, я... Чувак, уровень грандмастер, мы сидим, деньги зарабатываем. Ему мало, блядь, я не понимаю, типа. А ты думаешь, не в курсе, да? Я не башарю за комбо-наборы. Да что? А ты думал, кто хамстер придумал? Подожди, стой, я вышел, ничего. А вот ты вышел, ничего не знаю. Хамстер-комбо-токен. Запустится на Тоне. Ой, блядь. Ничего не знаю. Давай то, что я знаю. Игра в Телеграме, да, в боте, да. Где ты должен тыкать в экран, да. Собирать какие-то монеты. Да. И ты какого-то хомяка там развиваешь? Да. Да? Тебе не кажется, что ты сам как хомяк в этот момент? Нет. Нет? Знаешь тему побрить хомячков? Это вот ты. Давай, рассказывай, как ты в эту историю вовлекся? Мне скинул друг эту тему. Я просто захожу, не понимаю, что к чему, он мне объясняет. Я начинаю развиваться, но тут зависит не от того, сколько у тебя, в принципе, монеток, а сколько у тебя прибыль в час. Подожди. То есть тебе нужно прокачивать. Окей, расскажи, почему это популярно сейчас вообще, да? Везде популярно. Везде популярно. Страшные миллионы подписчиков, миллионы игроков. Это... Ой, блядь. Ой, да. Блядь. Объясни, почему это популярно? Потому что обещают за это деньги. Деньги? Ты хочешь денег? Да. И сколько ты планируешь заработать? Ну, шутка не от Майзенберга зашла. Может как быть, свечка как в ноткоин 3 нолика уберут. А ты в ноткоин тоже играл? Нет. Ох, ё, давай разбираться вместе. В общем, что происходит? Чел, я об этой хуйне слышу в первый раз. Какой? А Хамстер Комбат. Короче, поясняю. Была такая хуйня ноткоин раньше. Все тыкали, и вроде как, да, бабки заплатили. Типа там Братишкин 2 ляма, там как-то, ну, мог 2 ляма получить, если бы он не слил их. И все прочее. Mm-hmm. Сейчас этот хомяк, но в чем причина хомяка? Люди поняли, что ага, на ноткоине те получили бабки, ну, те, кто продолжил все-таки играть. И они такие, ебать, ну сейчас-то точно сработает. Все идут нахуй табором, всем, блядь. Mm-hmm. А так как всех дохуя, никто не будет ничего платить. Блять. Ну, то есть заплатить, но мало. Чел, посмотри на мой экран. Ребята, новый скин. Еще и вот это. Почему не всех ебальник на этих превью, как будто они хуй сосут? А, ты про все превью? Я там вот только одно видео увидел, особенное. Произошло. Есть такой формат игр play to earn, когда тебе нужно играть, чтобы получать какую-то выгоду. И вы скажете, это что, скам злой? Ну нет, потому что ты не должен туда денег вкидывать, но ты тратишь самый ценный ресурс. Миш, какой самый ценный ресурс у человека? Время. Правильно. Вы тратите свое время, и если эта вся история выйдет на биржу, произойдет листинг, то вы сможете заработать с этого денег. Ноткоин, который случился когда там, в начале этого года, если я ничего не путаю, говорят, что за этим стояла команда Тона, это все сделано на базе Тона, это, значит, Павел Дуров и Телеграм. Я не удивлюсь, если за этим стоят примерно те же самые люди, и там тоже Павел Дуров где-то рядом ходит. Ну вы поняли, да, типа, я не удивлюсь, если за этим стоят те же люди, но вот то, вы этому доверяли... Вот здесь я не удивлюсь, то есть я не говорю, что это, но я не удивлюсь, если это те же самые люди. И прикол в том, что... Но удивиться будет сложно, те это или не те люди, потому что вряд ли ты бы не как рекламу это делал. Поэтому я думаю, ты этих людей прекрасно знаешь, которые это делают. Я думаю, ты уже знаком, потому что у вас как минимум рекламный контракт есть. Это, по сути, кликер, где вы зарабатываете деньги просто тем фактом, что нажимаете на экран, добываете хомяк монету. Но здесь это, в отличие от ноткоина, обвернуто в приколюху с хомяками, что ты, дескать, не просто хомяк. Ну, а деньги из воздуха берутся, ты слышал? Ну просто все же нажимают бесплатно, а потом из воздуха у всех деньги появляются. Реально. И все такие, типа, вау.
Спасибо большое за деньги из воздуха. А глава криптобиржи должен зарабатывать на всех этих вопросах. Я не понимаю, что ты делаешь вообще. Ладно, подожди. Подожди, не нажимай кнопку. Этот видос настолько реклама, что в этой игре есть Кстати, да, чел, ты, блядь, не видел это? Мне, короче, в предложку кинули. В этой игре буквально, когда ты заходишь, там есть задание, типа, дополнительное. Посмотри обзор Вилсакома. Блять, а нахуя мы бесплатно смотрим? А мы его... И там 100 тысяч монет за это дают, а мы смотрим его бесплатно, блять. Ой, бля. Пиздец. И чё, не станем мы миллионерами, блять, с Патриков? И чел такой, да-да-да, мне сын просто пришел, показал. Кнопки раньше времени, Миша. Ты не можешь, да, я так понял. Я понял, в чем игра. Подожди, не нажимай, но я тебя прошу. Подожди. Во-первых, какой у тебя уровень? Легендарный. Легендарный? И сколько ты шел к этому уровню? Недолго. Я вот зашел, потыкал кнопки, понял, что охренеть, я задолбался тыкать кнопки. Я смотрел финал Лиги Чемпионов, нажимал на монету и устал. У меня палец уже не такой гибкий, как у тебя. Да. Так вот вопрос. А как стареет. Ты добыл таких результатов? Просто собираю комбо. Комбо? Ой. А где комбо эти узнавать? Комбо... Мне друг скидывает комбо, короче. Ага. А он где узнает? Он от своего друга, который занимается криптовалютой. Прикинь, кажется, что это твой подписчик. Не, без шансов, чел. В общем, бойся. Типа, сын Вилсакома не может быть моим подписчиком. Ну, а вдруг? Не знаю, если бы я был подписчиком ютубера, и он начал издеваться над моим отцом в видосах, я бы, наверное, отписался. Ну, типа, мне кажется, что, ну, это логично, не? Смотря какие у вас отношения с батей. Ну, вот, ну у них вроде... Ну, у них вроде очень дружеские отношения. Да, малой. Малой. А может, это один из топ-донатеров. Реально? Серьезно? Сколько ему лет? 13? Нет. Он известный криптомошенник 13 лет. Знаешь компанию Эльбрус? Не знаю компанию Эльбрус. Нихуя. Популярная компания, он владеет. Ну, допустим. Это, короче, тот самый криптомиллионер. Так, подожди. Прикол в том, что ты добываешь монету, качаешь свой уровень, и когда это все появится на бирже, ты сможешь из этого получить какие-то деньги. Да. А знаешь ли ты такую штуку Степан с кроссовками, где надо было бегать, чтобы майнить монеты? Нет. Примерно такая же приколюха, только там для добычи монетки нужно было натурально бегать. Он Женя знает. Жень, ты бегал? И чё, кто-то заработал? Лёва, дед, это мой первый донат, подскажи купить Call of Duty. Сейчас жди новую, чел. В геймпассе заберёшь новую. Подскажи купить Call of Duty сейчас или ждать новую. Я, значит, уровень Grandmaster. Ну, я там чуть-чуть потыкал. А ты думал, я не в курсе, да? Так, ну, предоставили аккаунт, круто. Эти прокачанные, классно. Я не пошарю за комбо-наборы. А что? А ты думал, кто хамстер придумал? Да, и Эфиопию тыкай. А? 5 мультов с тобой нафармили? Ура. Так, у тебя... Бля, это буквально, знаешь, как это реклама мобильных игр. Типа там, вот, я стала CEO этой компании. О, нет, да. Тут появились моя враги. Ферма, блядь. Моя ферма. О, потрачу монетки сюда. Блядь, типа... Где ты А сколько энергии? А давай тогда, кто быстрее из нас с тобой вдвоем набустит ноль? Вот, а те люди, кто между айфоном и Steam Deck'ом выбрал айфон, блядь. У тебя есть секретная техника? Охренеть. Подожди, стой. Сейчас. А, это... я вышел. Ничего. А вот ты вышел, а ничего не знаю. Ничего не знаю. Ладно, я буду одной рукой вот так. Давай, быстрее, заходи. Все. Ах ты. Да? Я видел ТикТок, папа, почему мы... А, там энергия. Типа, там у тебя энергия тратится, есть, ты типа тапишь, да. И в какой-то момент ты не можешь больше тапать, там у тебя энергия закончена. Богатый. Хомяк залетел. Вы понимаете, какая великая мета-ирония, Миш? Что развели хомячков,
на то, чтобы тыкать в экран. В общем, в итоге, народ, игра как бы обучает тебя основам криптобизнеса. У них есть там академия, я заценил на Ютубе, в Телеграме они там типа рассказывают. И идея в том, что ты как будто бы строишь свой действительно криптомир. Ты тут должен выбрать, какую непосредственно ты биржу представляешь и так далее, и так далее. Это выглядит весьма странно, но тем не менее, как будто даже неплохое дело делают. И я понял, почему оно дико популярно. Потому что, во-первых, в отличие от Ноткоина, где там было все очень по механикам скупо, здесь что-то происходит интересное. Ну и, конечно, дикая реферальная движуха, потому что за какие-то активности нужно приглашать друзей. И это абсолютно нормальная история в такого подобного, ну, в такого вида играх. Поэтому, ну, странно, что 30-летние дядьки сидят, тыкают в хомяка, надежды сработать. Представь, сколько бедных индусов и китайцев сейчас организовали ферму, блядь. Да, да, 100%. Вы не пробовали работать, например, да? Как считаешь, что лучше, в хомяка тыкать или попробовать найти работу? Не, чел, все, что связано с криптой, это самая уебищная вещь на свете. Ну, то есть, это делает маленькую кучку людей ультрабогатыми за счет людей, которые реально, ну, блядь, бедные пиздец, и становятся еще беднее. 43 тысячи просмотров и 100 тысяч лайков. Это как так? Чего, блядь? Да, 41 тысяч, 43 тысячи и 106 тысяч лайков. Чего, блядь? Видос сейчас... Они лайк поставили, съебались и получили свои монетки, блядь. Погоди, а есть задание на лайк вообще? Может, реально это эти хомяки, блядь, им поставили? Ну, типа, нет, там задание просто, по-моему, только посмотреть. А какого? Ебать, а может, уже 107 тысяч. 2 секунды, блядь. Не, уже, что? Ебать, 107 тысяч? 107, да, уже 107. При 43 тысячах просмотров? И, типа, ну, перебивает пиздец дизлайки, хотя дизлайки, ебать, какие нахуй? 5,4 тысячи дизлайков при 43 тысячах просмотров, это, ебать, как много. Пиздец. Ёбаный рот, блять. Вилсаком реально решил в тираж выйти. Ебать, мой хуй. Ты понимаешь, что у вас потерянное поколение? Нет? У вас. Ты понимаешь, что деньги не падают из неба. Нельзя, тыкая в экран, заработать денег. Нельзя сразу здесь и сейчас получить все, что ты хочешь. Да? Нужно что-то подождать. А сколько у тебя прибыль в час? У меня побольше, чем у тебя. А что ты как-то... 315. 315? Привыкни к аппарату, нахуй. Не топи ты! Ты чё? Почему вообще биржам интересно, на чем все зарабатывают? На том, что вы эти игры приводят аудиторию. И, собственно... Да, эти игры приводят аудиторию. А-а-а. Потом ты посылаешь их смотреть Вилсакома. Простейшая конструкция. Десятки миллионов идут на биржу в попытке обналичить свои монеты. Соответственно, биржа готова за это платить. Часть денег идет действительно в обеспечение этой самой монеты. Вначале какие-то люди все продают, другие люди что-то скупают, потому что они знают, что в моменте это все сначала летит, потом падает, потом коррекция, потом снова вверх-вниз. Собственно, сейчас этот ноткоин, хотя, казалось бы, пик прошел, они сейчас имеют чуть ли не самую высокую капитализацию по монете вот прямо сейчас. То есть из игры это превращается уже действительно в криптовалюту и в механизм. Это YouTube не успевает прогрузить, обычно всегда так, когда видосы только вышли. Чел, 100 тысяч лайков... Не на всех видосах миллионниках бывает, скажу честно. Uh-huh. Типа, окей, час назад видос вышел, может быть, там не 43 тысячи, а 70 тысяч. Возможно. 100 тысяч лайков — это ебать. Это типа на видосах двух миллионниках не всегда бывает. Это, ну, очевидно, накрученная хуйня. Либо с помощью вот этого хамстера, то, что там задание какой-то лайк поставить, люди заходят, и за просмотр даже это не считается. Ну, либо какая-то странная хуйня, чтобы Вилсаком, типа, как будто показал, что зрители не захейтили видос. Потому что вот эти вот 5 с лишним тысяч на видосе, который 43 тысячи собрал, это, ну, можно сказать, практически все захейтили. То есть, очень странная, очень подозрительная хуйня. И как будто бы люди, знающие, вот так вот продолжают все это дело развивать. Я к этому отношусь скептически, но в принципе, как будто бы, если вам не жалко своего времени, и у вас есть достаточно друзей, или вы хотите вовлечься в весь процесс, вы можете в это подкинуться. Вот такой вот, собственно, прикол. Теперь вы хотя бы знаете, что за хомяк, почему это все дико популярно. И я уверен, что действительно будет еще десятки всяких клонов, они уже есть. Просто хомяк, я так понял, нарисован прикольный, и поэтому он, в общем-то, популярный. Эти хомяки —
Это как сайты лет 7-10 назад, где нужно было смотреть видосы, чтобы получить 0,003 копейки. Типа как это, Яндекс.Толока, блядь, еще была, там, типа, посмотри какие-то видосы, пройди хуйню, блядь, получишь там 3 рубля, нахуй. Да, вот, да, собственно, да, вся история. Да? Поскольку ты тоже начинающий криптомиллионер, у меня есть для тебя вопросы. Как ты вообще разбираешься в крипте? Что такое криптовалюта? Цифровая валюта. Ну, в целом, правильно. А прикол крипта, знаешь почему? Потому что используется криптография для обеспечения безопасности транзакций. А что такое блокчейн, знаешь? А? Что такое блокчейн? Не знаю. Блокчейн — это распределенный реестр, который хранит все транзакции, совершенные в сети криптовалюты, в виде последовательных блоков. Я, кстати, все эти вопросы спросил у нейросети. Прикинь? Ну, а я с какой-то стороны осуждаю Вилсакома за то, что, во-первых, он, ну, вообще эту хуйню с криптой связанную рекламирует, во-вторых, ну, видно, что, блядь, с определенным большим интересом рекламирует, потому что его в ответ это приложение с собой рекламирует. Ну и, во-вторых, он втянул в это своего сына, который буквально, блядь, даже в футболке с этим, типа, хамстером, это, блядь... Ну, блядь, точно, ну, я типа, только сейчас заметил. Вот, окей, ну я за любую хуету в плане, там, окей, блядь, казино, рекламируйте что угодно, крипту, мне еще похуй. Блядь, детей зачем мы в этом? Ну, я не знаю, типа, это для меня весьма странно, если честно. Очень удобно. А что такое биткоин? Биткоин? Криптовалюта? Да, ну... Монета такая. Ну, по сути, да, это наиболее известная первая монета, появилась в 2009 году, создал ее, как говорят, Сатоши Накамото. А что такое майнинг, знаешь? Майнинг? Ну, я примерно понимаю. Ну, ты понимаешь, что слово майнинг что-то добывать, да? Да, то есть да, это да. Ну, по сути, это добыча. По сути, когда ты нажимаешь... Не, если у меня был сын, и мне заказали рекламу в там Genshin Impact, я бы сказал, вот, типа, он будет рекламировать. Он такой, да, это новая игра от Михоя, там, блядь, новое обновление вышло, там, вайфу новую добавили. И реклама заканчивается, ну, типа, реклама все закончилась, там все, по ссылке в описании, все, видос там заканчивается, потом маленькая вставка после тира, где его просто топором захуярил, блядь, закопал. Как Omni-Man в этом, в Invincible были такой... Ладно, что такое? Еще раз попробуй 17 лет всего. Попробуй еще раз. Майнишь на хомяка, ты майнишь... Блядь, подожди, ебать у него часы. Это ультра, блядь. Ну да, у них обоих ультра, да. У меня копия, блядь, китайская, нахуй, за 2000 рублей, блядь, на которой есть чат GPT, даже китайцев судили, сука. Все, я расстроен, давай дальше смотрим. Ну, в смысле, ну, они определенно выглядят люди, которым нужны копейки с этого приложения, блядь. Тебе не кажется, что они оба... Кстати, не знал, да, что сайт с порнухой сделал свою монету и игру для микрохомячков. Сайт с порнухой сделал свою монету. Не, ну просто, знаешь, вот, ну, я люблю быть честен со своей аудиторией. Не, когда я рекламирую какую-то игру, мои зрители прекрасно знают, что в это говно там ни Warface, ни, блядь, в ебаный, блядь, Genshin Impact не играю. Вот, но я себе поставил правило, я не рекламирую вещи вроде там аренда айфона, впрочем, то, что я буду просто уебищно выглядеть, блядь, это рекламирую. Не, ну в плане, ну, типа, я могу себе телефон позволить, я не хочу, я просто, ой, пацаны, вот, типа, вот тут такой классный сервис, раньше не знал о нем, я бы чувствовал себя уебищно, если честно, максимально лицемерно. Как ты? Да ладно, я... Иди нахуй! У меня Xiaomi, блядь! Да не, чувствую. Пускай она сейчас и не обеспечена ничем, но в будущем она будет очень и очень востребована, скорее всего. Потому что буквально на днях я нарвался вот на такую статью РБК, и там написано, что Notcoin сегодня это какие-то миллиарды денег, все биржи в восторге, все кайфуют от того, что там происходит. Я комбо-карточку собрал. Да? В чем вообще интерес? Да в том, что в хомяка сейчас играет что-то порядка там уже, ну, еще недавно было 50 миллионов, я думаю, что сейчас еще больше. Это всемирный прикол, то есть это не только Россия, но и вообще другие страны. Какие-то страшные цифры на Ютубе, страшные цифры в Телеграме, там 25 миллионов подписчиков было, когда я последний раз проверял. И, конечно, это охренеть, что происходит. Ну что, заработаем с тобой на хомяке? Давай. Как-то странно дал мне руку.
Ну что ж, народ, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Только я вас прошу, пожалуйста, не кидайте ссылки с приглашениями к себе в хомяка, потому что мы вчера открыли портал ВАД в своем телеграме. Я такой, типа, что за хомяк, объясните, и просто 8 тысяч ссылок. А у нас в телеграме будет пост об этой... Да, вчера я еще не подозревал, что буду это рекламировать. Да, менеджер не ответил. Да, внезапно в моем мертвом телеграме, где все подписались только ради розыгрышей, начали что-то скидывать. Видео вот туда залетайте, там можете... Как же он делает вид, что он, ну, не рекламирует эту хуйню? Своими ссылками поделиться. А также, поскольку я ловкий и умелый, я вам там еще и комбо у меня сегодняшнего. Этот ролик вышел в среду, вот в среду комбо я вам там опубликую, вам даже не придется искать. Ну, а так посмотрю, интересно, чем это все закончится, потому что рост бешеный, я так понял, что еще даже не вышли на плато, то есть они прям растут изо дня в день, и уже я даже сейчас, придя в эту тему спустя неделю, еще как бы не запрыгнул в последний вагон, такой, подождите, а причем помните мы с вами и догикоины, которые... Бля, начался прогрев, понимаешь? Ой, блядь. Такая вещь, как FOMO, Fear of Missing Out... Или страх потерянной возможности. Ребят, я уже как будто бы последний вагон залетел, а сейчас вообще, ну, последняя возможность. Маск форсил я покупал. И мне все говорили, что дурак, какие догикоины. Оказалось, выгодная хрень внезапно. И прочее. Да-да-да, вот был другой коин, начинается вот, ну, манипуляция ассоциаций. Вот была другая хуйня, все говорили, что я тупой. Я тоже думал, что это... А вот она взлетела. Ну, ассоциация, понимаешь? Пум, а значит, и здесь взлетит. Бля, пиздец. Короче, в общем, соединить криптовалюту с простейшей игровой механикой оказалось охренеть как выгодно. И я думаю, что это только начало. Вот все, что мы сейчас видим, и до этого Notcoin, и до этого Stepn, и сейчас Hamster Combat и прочее-прочее, это только-только вообще вот мы только в самом начале пути. Знаешь что? Фишку расскажу. Давай. Ты как... Знаешь, это... Ну... Все дисреспектили айтипедию, там, Хесуса, они, по крайней мере, говорили, да, я создал коин, да, я там, типа, ну, блядь, ну да. Здесь, блядь, он, типа, делает вид, что, ой, это даже мне не, я только узнал об этом, я просто вам хотел рассказать. Да. Всемирная вещь, масштабно, пиздец. Популярная пиздец, я в последний вагон залетел. Сначала прогрев боев от Шевцова и Соколовского, сегодня от Вилсакома, пиздец. Если завтра Гоев прогреет дед, то вселенная схлопнется. Создаю, блядь, майскоин. Я буду толстеть, блядь, пока вы тыкаете. Да. Вы можете кормить майс гамбургерами там. Да. Пивом там. Запереть в подвал, там все, не тыкаете, блядь. Можно расширять, короче, подвал, там добавлять отсеки. Отсек с качалкой там. Да, убрать беговую дорожку нахуй, там прибыль сразу. Вот это ты ловкий. Окей. В общем, свои лайфхаки, народ... А ты тоже тебе друзья рассказали? Да. Окей. А как ты думаешь, в этой хуйне есть микротранзакции? Нету. Ну, я не буду вам показывать. Реферальные ссылки есть. Что только что сделал? Пока. Он тебя в блудняк увлекает. А ты веришь, да? Ты еще слишком юн. Чтобы. Что? Пауэрбанк возьму? Возьми пауэрбанк. Вот лучше пауэрбанк возьми. И книжки читай. Ты читаешь книжки? Нет. Читай книжки. Нахуй книжки, мистер Бист. Заберите этого мальчика, откуда вы его взяли. Отправляйся обратно в криокамеру, блядь. Чтоб до вечера 3 книжки прочитал. Он ее тоже на складе держит? Да. Что? Блядь, чел, это была кринжатина, я его рот ебал, типа, я такого вообще не ожидал, блядь, сука. Не, ну, типа, ну, блядь. В описании у него есть эта ссылка, там, что, типа, вот причем в описании написано, сын попросил оставить ссылку, блядь. Ага, сын, блядь. Блядь, сука, какая же кринжатура, да, хуй. Ой, пиздец.